Уже совсем скоро стартует амбициозный проект под названием Skyforge от отечественных разработчиков Allied Steam. Над проектом проработали 5 лет, и мы узнаем, смогут ли они поднять российский игропром на новый уровень. Ну, проект уже привлек внимание игровой общественности. Пресса и различные издания внесли его в список самых ожидаемых релизов 2015 года. Итак, Skyforge — это sci-fi fantasy MMORPG. И в самом начале игры вы слышите рассказы о бессмертных. Что они все такие крутые, вау, какие... И что вы думаете? После первого же сражения вас убивают, и о чудо! Вы оказываетесь тоже бессмертным, и уже вас называют героем и богом. Ну вы поняли, всем по богу, короче. Это было немного вайно, ну а по делу, самые упорные смогут стать великими богами и быть по-настоящему известными. Самая, наверное, интересная фишка, которой нету ни в одной другой игре, это моментальная, именно моментальная, не сказ на минуту, смена класса. Кажется, все круто, если бы не умение, которое надо учить на каждом классе отдельно. Хотите иметь 2 полноценных класса? Тогда играйте активно, в противном эта фишка так и останется для вас всего лишь фишкой, которая обошла вас стороной. Зато есть другой момент, который нельзя обойти стороной. Это отсутствие уровня персонажа. Да-да, в этой игре все определяет престиж, аналог item level в других играх. И этот престиж можно поднимать, ну, очень долго. Походу разработчики захотели переплюнуть саму Еву онлайн. Также, по словам разработчиков, вы получите атмосферу бесконечного драйва, красивые динамичные PvP-PvE сражения и особое внимание в игре уделено боевой системе, вобравшей в себя все самое лучшее из игр разных жанров. Ну, так говорят. Отмечу, что в ZBT-версии канал Немихо уже принимал участие, и игра на удивление оказалась вполне сносной. Так что ждем официального запуска проекта, который состоится 26 марта для специальных изданий, а со 2 апреля уже будет доступен для всех желающих. Так что оставайтесь с нами и до скорой встречи.